Раз, два, три, четыре, пять. Что? Как на ком? Оборвание. Вот, нормально? Да, я такое я и сам своим зрением вижу, знаешь. Все, готов? Я даже не знаю, что сказать. Я не готова. Не стесняюсь. Ну ладно, все. Не стесняйся. Не стесняйся, я стесняюсь. Самое неловкое видео в жизни. Ну а что я должен был сказать? Всем привет, ребят, с вами снова я, Алина, и сегодня, я вообще не верю, что я это говорю, но я снимаю видео со своим парнем. Всем привет. Все правильно? Да. Так надо нормально. Было. Я не ожидала, что мы решим раскрыть наши отношения так быстро, но мне кажется, что это было быстро. Я думала об этом последнюю неделю, и вот сегодня мы сели и решили, что, наверное, можно. Наверное, нужно. Биография. Итак, это мой парень, его зовут Артём, ему 20 лет, он кореец. Из биографии все. Так как мы не знали, если честно, вообще с чего начать, что вам начать рассказывать, о чем бы вам было интересно послушать, я решила спросить у вас в Инстаграме, что бы вы хотели, чтобы мы рассказали, и попросила вас позадавать нам вопросы для нас обоих. Их тут очень много. Мне кажется, это просто рекордное количество вопросов, которые когда-либо вообще мне задавали. Так что мы будем потихоньку их выбирать. Пойдем, наверное, по хронологии времени. Самое большое количество вопросов именно на тему нашего знакомства, как мы познакомились. Там слишком часто такое тупое лицо. Ты не делай тупое лицо. Я могла бы, по идее, просто выложить фотку, показать вам его и сказать, типа, вот, знакомься, это мой парень. Но так как я хочу, чтобы у вас сложилось вообще правильное впечатление и мнение о наших отношениях... Я просто зевнуть хотел. Ты скучно со мной? Не-не. Просто хотел сделать. Так как я хочу, чтобы у вас сложилось правильное впечатление и мнение о наших отношениях и о нем в частности, поэтому я решила снять это видео, но что-то все как-то странно ведет, так что мне кажется, впечатление сложится неправильно. Давай рассказывать про нашу историю знакомства. Я даже не помню, какой это, по-моему, промежуток времени был. Это вообще в социальных сетях произошло изначально. Я там ей писал, она меня сначала игнорила, потом перестала что-то игнорить, как-то резко начала мне отвечать. Потом мы начали созваниваться, списываться, я ей как-то там что-то про отношения сказал. Вот она сказала, типа, нет, мне отношения не нужны, мне нужна только дружба, максимум, что я могу тебе предложить. Я такой, ну ладно, хорошо, посмотрим. Что-то пошло-поехало, списывались, созванивались. Потом встретились, так и познакомились лично. Я расскажу вам более красочно. Мы познакомились в Инстаграме, он писал мне сообщение. В принципе, у меня много сообщений в директе, но я почему-то именно на тот период времени его заметила и ответила ему. Сразу отвечу, что я на тот момент не состояла в отношениях, у меня не было парня. Мы реально стали списываться, он у меня сразу спросил про знакомство в интернете, я сказала, что я к этому отношусь негативно, и спросил про отношения на расстоянии, потому что он на тот период жил вообще в другом городе. И я сразу сказала, что типа тоже нет. А какой город уточнять не будем, да? А что надо? Да, думаю, нет. Как-то все постепенно пошло, он просто мне периодически писал, я ему периодически отвечала, мы реально вот так стали списываться, созваниваться, а потом он отправил мне цветы, находясь в другом городе, через друга он отправил мне цветы, это было очень мило. Еще Рафаэлу. Да. Коробку Рафаэлу. И потом я выложила эти цветы в сторис, если я найду, я даже прикреплю. Но прикол в том, что я не ем Рафаэлу, и он меня про это спросил, и я не знаю почему, но я решила не проявлять никакой тактичности и благодарности, я просто прямо сказала, типа, я ненавижу кокос. Да, так это что... было жестко. Это было началом. Ты уже изначально меня, короче, прям готовила к тому, что жесть какая-то будет происходить. Старалась отпугнуть, да? Потом я выложила сторис с Муслимом, но он на тот момент не знал, что это мой племянник. Я выложила, как он несет меня на руках, и... Он в этот момент себя как-то странно повел, выложил в сторис тоже что-то, типа какой-то тусовки и девчонок вокруг, и я такая... Это не девчонки, это просто была одна тетенька, которая попросила, типа, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста, там, а то моя будущая возлюбленная каким-то пацаном ходит на руках, он ее ночью там с парнем каким-то... Ну, честно, ты так сказал, какой-то тетеньке. Да. И вот, короче, я посмотрела эту сторис, как-то... Потом он перестал писать. Он один раз мне написал по какому-то моменту, и я очень холодно ответила. Он спросил, обиделась ли я, сказала нет, но больше мы не списывались. Проходит какое-то время, он мне снова написал. Он вообще в течение этого времени, что мы не общались, он на меня в этот период подписывался, я замечала, но не подписывалась в ответ. И, кстати, за время нашего общения он, по идее, стал мне нравиться как человек. Но потом, после вот этого всего странного, я подумала, ну, блин, ладно, наверное, не мое, к тому же я вообще не хотела вступать в отношения. Вот, потом он мне снова написал, я ответила очень грубо, типа, мне не нужна никакая дружба даже с тобой, и все. А потом я передумала. И решила, что, блин, почему бы не общаться, почему бы не дружить. Так мы стали дружить, он еще был в другом городе. Поправочка, ты со мной дружила.
Я с тобой не дружил. Но ты не мог со мной встречаться без моего Я с согласия. тобой просто общался. А, то есть ты со мной даже не Я с дружил? тобой не дружил, я с тобой общался. Ты со мной дружил, а я знал, к чему я иду. Ладно. Он все еще был в другом городе, и созванивались очень часто. Он мне все время говорил, дай мне месяц, я перееду. Я вообще ему не верила, я думала, блин, нет, точно нет, я в это не верю, он не переедет, потому что он всю жизнь там жил, и как бы с чего ему переезжать в Алмату. В один день он мне пишет, вот ты же видишь, что ты мне нравишься, не надо отдаляться, все дела. И я пишу ему сообщение, типа, воу, притормози. Ответила, я не могу тебе ничего предложить, кроме дружбы. Если хочешь, давай дружить, если нет, давай не будем общаться. И все, с того момента он мне пару раз ответил на сторис, я больше не отвечала ему вообще, потому что поняла, что это хочет к чему-то вытекать, все это общение, и что мне это не нужно. И потом я увидела его сторис, как он снимает дорогу в Алмату, и я была в шоке, но я решила написать ему с приездом. Это была судьба. Это была судьба. Это было 30 сентября. Он приехал в Алмату, и в тот же вечер мы встретились первый раз. Это была наша первая встреча, несмотря на то, что до этого мы уже общались. И первое, что я ему сказала, это не привет, не рада тебя видеть. Ну-ка, 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 что ты сказала? Не классно, что мы познакомились, ты не помнишь? Первое, что ты мне сказала, когда мы увиделись? Да. Типа, а ты меня не украдешь? А, ты меня не украдешь, говорит, да-да-да. Ты меня не украдешь. Но мы в тот день очень классно посидели, мы сидели в заведении, там было очень шумно. В итоге мы вышли и долго гуляли по улице. Тогда у меня сломалось все впечатление о нем, потому что я воспринимала его как такого легкомысленного. Хоть мне было интересно с ним общаться, все равно я считала, что он достаточно ветреный. Но я не думала, что он настолько серьезный. А он оказался очень серьезным, он еще был в костюме, как всегда. А еще, кстати, в жизни он намного выше, чем на фотках. Я думала, что он примерно как я ростом, а оказалось, что он очень высокий. Вот, так что это был какой-то слом моих стереотипов о нем как человеке, это было прикольно. И потом мы стали видеться каждый день. Каждый день мы куда-то вместе ездили, я ему показывала город, мы вместе ходили кушать, помню, в 3 часа ночи в какую-то очень вонючую кафешку, где я вся провоняла. Даже есть где-то влоги, где мы вместе проводили время, но я просто его вообще не снимала. Согласись, она офигенная по-своему, потому что она запечатлилась на память. Она прям запечатлилась. Это кафешка? Да. Это все из-за запаха это её? Все, да, из-за запаха, потому что мы заходили в эту кафешку приятно пахнущими, а выходили оттуда. Это было ужасно. Воняло даже белье, и все в машине воняло после того, как мы туда садились, после этой кафешки. Это кожа в машине, салон в машине пах потом маслом. Это были прикольные времена, и вот так вот стали мы часто общаться. Он мне говорил, я никуда не тороплюсь. Я думала, блин, классно, у меня будет время его узнать. В итоге проходит 2 недели. Мы 2 недели видимся прям каждый день, усердно общаемся, каждый день списываемся, созваниваемся, видимся. И тут он мне предлагает встречаться. Мы приезжаем в ресторан, где пахло уже нормально, слава богу, и он мне предлагает встречаться, я сижу в шоке. А, это в Монголика, да? Да. И я вроде бы понимала, потому что он мне сказал, что у нас будет серьезный разговор, я догадывалась, что он это спросит, но я не думала, что он реально это спросит. Я какую бы речь я ни готовила в голове, в этот момент все мысли просто вылетели. Вот что я сказала. Я помню, что растерялся, такая сидишь, сколько, наверное, минут 2 просто. Глаза влево-вправо, влево-вправо. Я говорю, ну ты что-нибудь не ответишь, нет, в конце концов, я же жду. И ты... Это так и было. Я ему... Первое, что вырвалось у меня, и что я смогла сказать, это, а давай попозже. Да-да-да, типа, давай я тебе отвечу на это, типа, ну потом, типа, вот именно так это и было, прям дословно. Короче, это был первый раз, когда он предложил мне встречаться. Я не согласилась. Ну, я тогда вообще не знала. Я вообще не особо торопилась в отношении. Не знала, короче, что делать. Сказала, что не знаю, мне нужно подумать. Там был такой хороший вопрос, типа, а как? Что-то вроде не переживали ли вы каждый раз, когда это как надо, надо с ними разговаривать или с тобой надо разговаривать? Лучше с ними. В общем, каждый раз, когда Алина делала вот такие выходки, скажем так, мол, потом, позже, не сейчас, давай потом об этом поговорим, потом это обсудим, не торопись. Я спокойно, лояльно всегда к этому относился, так как я знал, у меня изначально все было продумано, был план, была цель, пошагово все было расписано, я знал, что мы будем все равно встречаться. Вот потом был второй раз, когда мне предложил встречаться, я тоже сказала, что типа еще пока нет. И вот третий раз, это было как раз 20 октября, мы ехали по Альфа-Раби. Вообще, ну я подозревала, что он именно в эту дату предложит встречаться, вернее, я точно знала. Но я не знала, я думала, что мы куда-то доедем сначала, и у меня был такой немножко мандраж, но я думала, что пофиг, в дороге, я сейчас не буду об этом даже думать. И тут просто я понимаю, что он зачем-то включает аварийку, и впереди выстраиваются 3 машины с аварийками. Я думаю, что происходит? Туман резкий, смог, что случилось? Почему все с аварийками? Я потом начинаю вглядываться и вижу, что там написано, ты будешь моей девушкой? Я просто в шоке сижу такая. Да, ну это вообще сам процесс интересный был. Парнями собрались этот на мойке,
получается, стоим на мой. На А4 поехали сначала в другом конце города, в параллельном конце города распечатали на А4 эти буквы. По буквам каждый прям. Будешь, буква Б, там, У, Д, будешь моей девушкой. Ну, стояли на мойке, клеили их скотчем на задние стекла. И потом ехали вот так вот до тебя. Это было очень, на самом деле, оригинально. Но я тоже, по идее, подготовилась, потому что, если честно, я до последнего не знала, что я отвечу. Вообще, до последнего не знала. Но я сфотографировалась с ним на свой полароид и написала на фотографии дату и написала «да». И подумала, что вот в момент, когда это произойдет, я сделаю так, как подскажет мне сердце. Вот реально, как в фильмах, как подскажет мне сердце, я решила сделать так. Просто взяла эту фотографию в портмоне и подумала, что если я захочу сказать «да», я дам эту фотографию. Если я захочу сказать «нет», то я попрошу еще времени. Получается, был вариант, что ты опять могла сказать «нет»? Да. Ну и ладно, это уже было давно. Вот все это происходит, мы едем, эти машины стоят, и он меня спрашивает, типа, ну что? А я сижу такая, господи, ну что? В итоге я дала эту фотографию, и вот. Короче, мы начали с вопроса про знакомство и дошли до самого момента отношений. Уже, да, уже до момента, как начали уже встречаться, как-то согласилась. Ладно, давай вернемся назад. Мое самое первое впечатление, оно очень быстро поменялось, но самое первое, это было то, что он такой, типа, бабник, очень легкомысленный. Ну, короче, вот какое-то такое было первое впечатление, но оно раздулось очень быстро, то есть оно как-то очень резко поменялось. Но первое было именно такое. Я не верила, что он может переехать. Кстати, он же переехал! Да, он приехал в Алмату на неделю, по-моему, по работе, а в итоге он остался здесь и больше не улетел, так что он все-таки приехал. Все было продумано, я же тебе говорил, солнышко. Мое первое впечатление. Только честно. Радость. Но моя, если конечно, было плохое, то расскажи. Конечно, плохое. Солнышко. Я не вру никогда. Ты же знаешь. Давай. Я никогда не вру, поэтому я скажу правду. Злая, высокомерная, недружелюбная, недоступная. Прям настолько плохо, даже злая. Да, необщительная. Он мне никогда это не рассказывал, эксклюзив. Максимально жестокое в общении. Правда? Да, я помню. Но не сейчас, конечно. Я помню такой момент, мы как-то с друзьями едем, машина, наверное, человек 5 сидит. Я на заднем сидел, и я тебе решил звонить. Ну, я думал, интересно, возьмешь, не возьмешь. Такая, берешь трубку, такой, всю машину, говорю, постоять, говорю. Я пошел разговаривать. И все пацаны сидят в машине и ждут просто, потому что я вышел говорить. Я выхожу, начинаю разговаривать с тобой, думаю, ну сейчас пообщаемся, типа, как со всеми нормально, вот так с людьми разговариваешь. Как с людьми разговариваешь, я про это, и я думал, пообщаемся. Я такой общаюсь, как дела, говорю, нормально. Хорошо, думаю, отлично. Настроение как? Ну, неплохое, нормально. Я думаю, когда ты спросишь, типа, как у меня хотя бы что-то, хоть просто что-нибудь, как у меня? Нормально, говорю. Все, говорю, ладно, отлично. А чем занимаешься? И что-то вроде там. Ну, короче, в общем, все общение сводилось к тому, что это был просто вопрос-ответ. Вопрос-ответ. И в конце я такой уже, я говорю, а ты что, ты поговорить не хочешь случайно, там, диалог как-то поддержать? Такая. И вот этот момент, я помню, я не помню, он меня прям задел, зацепил, но не такой, типа, там, чтобы запомнить. Но он неприятный был. Что-то вроде, что общение нужно заслужить. А, да? Даже до такой степени. Офигеть, очень жестоко. Вот, и теперь понимаешь, даже зная, какая ты была тогда, я все равно сказал, она будет моей. Это понимаешь очень жестоко. Теперь? Это жестоко было. После какого момента ты понял, что хочешь быть со мной? Ну вот после этого. Серьезно? Серьезно. То есть это была просто как цель, которая, типа, как запретный плод сладок, что ли? Ну, типа, мужчин, знаешь, мужчин всегда, ну, это, я не знаю, я не могу за всех говорить, я могу сказать, наверное, скорее всего, за себя. Мужчин всегда серьезно привлекают те девушки, которые каким-то образом их от себя отдаляют. В начале отношений, не сейчас. Девочки, берем на заметку. Да, потому что когда даже если у тебя есть какие-то сильные чувства, это сейчас девчонкам, да, говорю, и тебе охота их проявить, то вначале лучше этого не делать. Вот то, как ты себя вначале повела, для меня это реально, как ты сказал, запретный плод сладок. Угу. Я думаю, ничего себе, меня со мной так общаются. Это прям была мотивация. Я такой, нет. Что отличает Алину от других девушек? Какие качества ты больше не найдешь, не видел ни в ком? Алину от других девушек отличает, наверное, мудрость. Я всегда это говорю, мы будем старыми, с тобой седыми, вонючими. Я всегда буду говорить, что мудрость это то качество, которое, наверное, в тебе больше всего я полюбил. Мудрость.
Мудрость и дальновидность. Мудрость или дальновидность. Ну, на самом деле, как бы это банально ни звучало, мне кажется, что вот эти качества, они на самом деле есть не у всех. Они реально есть не у всех. Потому что многие, начиная думать эгоизмом, они никогда не смотрят наперед. Я знаю, про кого я говорю. Есть такие люди, которые не умеют смотреть наперед. Они думают лишь о себе, о своем нынешнем комфорте. Ты же так себя не повела. Ты, допустим, во многих ситуациях меня поддерживала, старалась понимать. Хотя не будем, как говорится, обсуждать, о чем мы, но были многие нюансы, по которым мне нужно было понять. Ты меня поняла, и по итогу вот сейчас это привело лишь к хорошему. Мудрость, мудрость. Мне так неловко, что мы сейчас сидим перед камерой, и прямо твое лицо видно. Я уже привыкла, что его нельзя. Чем вы зацепили друг друга? Меня долго, по сути, не цепляло, но первое, что меня зацепило, это вот как раз-таки, когда мы были знакомы всего лишь 2-3 дня, и он отправил мне цветы из другого города. Это было очень проблематично в то время. И, короче, это было очень прикольно. Это меня зацепило, да, это меня как-то подкупила, что ли, что типа, ну, вот такая целеустремленность просто взять, это было реально проблематично в тот момент сделать. Ты же еще не в городе находилась. Да, это было проблематично очень сделать. И потом, ну, это было так, просто, типа, как было приятно. А потом уже зацепило позже, когда он уже... А, и следующее, что очень сильно зацепило, прям нереально сильно, это переезд. Я вообще была на 100%, на 200% уверена, что он не переедет, что все, что он говорит, это неправда. Но когда он переехал, это прям было... Очень круто. Ну и потом уже просто какие-то качества, что он часто говорил, что он не врет. Если что-то он обещал, он всегда делал, вот как с переездом. Он часто говорил, я не знаю, я не могу этого пообещать, но я постараюсь. Ну и даже когда он говорил, что постарается, в большинстве случаев он это делал. А если не мог обещать, то лучше вообще ничего не говорил, не обещал, тогда не делал. Вот это очень круто было. Было. Сейчас было, уже да. Нет. Сейчас такого нет, сейчас все балабол. Только не говори, что тебя зацепило, что я злая. Нет, это наверное, то, что... Это то, что... Искринку дало, а прям чтобы зацепило. Я даже не знаю, там столько всего можно перечислять, опять же. Я могу в общем сказать, обобщить. Я девушку увидел. Нет, ну серьезно, я увидел настоящую девушку. То есть не наигранную какую-то, там, не знаю, не увидел там девчонку, которая строит из себя кого-то, там пытается себя кем-то показать, кем не является. Я девушку увидел, просто увидел девушку настоящую, начитанную, симпатичную девушку. Я сейчас обобщил все, понял? Да. А если не обобщать? Я люблю, когда меня хвалят. Ну, ты красивая, ты реально умная, ты много чего знаешь. До своих годов много чего смогла добиться. Мне с тобой есть о чем поговорить. Когда я, помню, я сказал про аффирмации, ты такая, я тоже пишу аффирмации. Думаю, я клянусь, мы такие шли, помню, мы пешком гуляли, тогда еще не так холодно было. Я говорю про аффирмации, ты говоришь, да, я тоже их пишу. Такой. Мне тогда сказал, все, она моя, она моя. Как ваши родители отреагировали на ваши отношения, в особенности на разницу в возрасте? Я познакомила его первый раз с мамой и с Беллой, как раз-таки, когда он мне уже второй раз предложил встречаться, я понимала уже после второго раза, он точно не остановится, он будет предлагать еще и еще, пока я либо твердо не скажу, типа, нет, все, уходи, мы больше не общаемся, но я не хотела, очень сильно не хотела его терять как человека из своей жизни, потому что мне было нереально интересно с ним, ну и плюс он тоже начинал мне нравиться. Но мне было важно понимать, точно ли это мое, потому что я не хотела вступать просто в отношения ради отношений. Стой, 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 перебью. Так это твое? Моё-моё. Вот, поэтому мне было сложно понять, особенно, что мы не так долго общались именно лично, всего лишь там сколько? Две, чуть меньше 3 недель прошло. И мне нужно было мнение самых моих близких, родных людей, которые знают меня, знают, что я хочу от жизни, какого я хочу парня. Мне показалось, и я вообще считаю и уверена в том, что самые такие близкие в этом плане люди — это мама и Белла как раз-таки, которые могут понять, вот мое это или нет, по крайней мере, помочь мне разобраться и дать мне какой-то совет. В любом случае, я опиралась на свое мнение. Это был такой сюрприз для него, потому что он приехал за мной как обычно, и он всегда поднимался за мной в квартиру, потому что я боюсь одна спускаться на лифте. Он поднялся за мной, открыла дверь, сказал «сюрприз», я была в домашней одежде, кстати, вот, по-моему, в этих штанах была. Он зашел, он был в шоке, потому что там сидела моя мама, моя подруга, он очень растерялся, у него потели ладошки. Я его не предупредила, потому что знала, что, вероятнее всего, он отмажется и просто не приедет в этот день, а мне реально нужно было понять. И в итоге они познакомились, это было типичное, очень неловкое знакомство, если честно. Мы сидели все за столом, пили чай, и всем было неловко. Но, на удивление, все в принципе, прошло хорошо. Без каких-либо конфликтов, там, стычек, все было очень хорошо. Мы посидели около часа, он уехал. Потом мы, конечно, сели все это обсудить. Да.
Но я была приятно удивлена, когда что мама, что Белла, вот близкие мне люди сказали мне, что Алина — это 100% твое. Кто меня тогда не настраивал, и я понимала, что решение мне в любом случае нужно принять самой, что я не могу сейчас кого-то послушать, но мне хотелось бы услышать их мнение. И вот мама с Беллой как раз-таки сказали, что это твоя подруга. А с папой знакомство прошло как? Когда в больницу. В больнице? На капельницу ездил тогда. Он туда первый раз приехал. Я тогда крузак еще А... припарковал через это, через бордюр. Да. Мы были в больнице, я ездила с ним на капельницу, папа за мной приехал, нам надо было уезжать домой, и вот они тогда познакомились. Ну, это было просто типа, здравствуйте, до свидания. Я дверь забыл закрыть, я к его машине бежал, вот так, здравствуйте, здравствуйте. Но на самом деле, хоть и знакомства и с папой, и с мамой были, по сути, неловкие, но в любом случае сейчас у них очень хорошие отношения, что с папой, что с мамой. С мамой вообще Правда. они как лучшие друзья. Но с папой, кстати, на удивление, несмотря на то, что папа у меня достаточно такой немногословный, у вас вроде хорошие отношения сложились. Плов вместе. Там была просто моя мама. Как всегда, реакция моей мамы. Мама, как всегда, что у меня? Я так рада. Ой, господи. Не, ну на самом деле я знаю свою маму. Мама у меня очень строгая женщина, она очень суровая в этом отношении. За меня, как за сына, она тоже переживает, кого попало, не любит выпускать вообще. То есть многие были такие моменты, где она говорила, еще раз ее увижу возле тебя, блядь. Обоих выгоню. Вот, вообще, типа, не подпускала никого никогда. И тут она Алину узнает, видит фотографии с моей сестренкой, младшая Софа, показывает там ее канал YouTube, там, Инстаграм ее. Вот, и мама такая, господи, Артем, говорит, я так рада, говорит, я так рада, искренне, у тебя такая хорошая девушка, женись, женись. Все, говорю, хорошо, женись. На самом деле у нас с мамой изначально сложились хорошие отношения. Мы познакомились вообще на Новый год лично, потому что она тоже в другом городе, она не переехала с Артемом. И мы с ней часто были на телефоне. Первый раз, я помню, мы ехали с Артемом от стоматолога. Мы были с ним вдвоем у стоматолога, ехали в машине, он мне вот так дает трубку. Я была в шоке, у меня тряслись руки, я Это не была знала, что ответка тебе, да? говорить. Зато я же тебе сказал, на, говорю, тебе ответка, помнишь? Да. За то, как ты меня со своими познакомила. Короче, мне было неловко, но у нас был очень милый, приятный разговор. И потом как-то, я не помню как, у меня был номер его мамы или у нее появился мой номер. Ну, короче, мы как-то стали списываться, мы списывались каждый день, мы до сих пор практически каждый день списываемся, созваниваемся. Вот, и у нас сразу, фу-тьфу-тьфу, сложились очень хорошие такие теплые отношения. Многие удивились, мама, когда первый раз приезжала на Новый год, мы тогда первый раз лично познакомились, но это не было чем-то уже глобальным, потому что мы столько уже общались по телефону, что как будто бы уже сотый раз в жизни виделись. И это знакомство, кстати, гладко вообще прошло, потому что Там мы вроде друг другу первый очень раз близки. видите, да, как будто уже чисто свои приехал. Заходи, присаживайся. Вот. И я называю маму мамой, а Артем называет моих родителей мама и папа. И многие мне писали, когда я выложила сторис с мамой, почему ты уже называешь ее мамой? Но на самом деле просто привыкаем сразу, дабы потом не перестраиваться с тетей Анарой и дядей Сергеем. Ну, мне кажется, это правильно, не знаю. Мне всегда мама говорила, что выйдешь замуж, никогда не называй маму и родителей по имени. Всегда говори мам, папа. Вот. Ну, замуж я пока не вышла. Мы-то знаем, к чему мы идем. Мы-то знаем, к чему мы идем. Ну, об этом позже. Об этом в следующем Следующем видео. выпуске, в следующем выпуске, да. Вот это мне нравится, когда поняли, что влюбились. Вот понравились, зацепило, это все хорошо, а когда прям вот влюбился. На самом деле, когда там был вопрос, нравился ли мне он, когда я вступала в отношения, он мне нравился. Но я не была до конца уверена, но я решила рискнуть. И в итоге я не говорила очень долго, что я его люблю. И он тоже мне не сразу сказал, когда мы начали встречаться. По-моему, прошло около недели, и он мне сказал первый раз, что он меня любит. Я была в шоке, потому что я не знала, что ответить. И я всегда считала и считаю по сей день, что это слово, которое в наше время очень сильно... Потеряла ценность на Да, всего. реально, что люди разбрасываются им, любят всех подряд, клянутся в любви всем. Я считаю, это некрасиво. Для меня это много И ты, значило. наверное, думал, что я балабол. Ну нет, я тебе поверила. Ну, шо, Вот, и поэтому я не хотела просто говорить, типа, да, я тебя тоже люблю, но при этом не осознавая всю ценность этого слова и не вкладывая туда должных чувств. Хотя он мне нравился уже сильно, но мне кажется, симпатия, влюбленность и любовь — это прям очень разные чувства. Ну, хватит спать, Я не спала, просто сделал воздух вдохнул. пожалуйста. Вот.
И потом я помню, что у нас был разговор, что я вообще не проявляла никакой нежности в отношениях, то есть как будто бы ничего не изменилось. У нас был на эту тему разговор, и я поняла, что это связано с тем, что я просто, ну, знаете, какой-то печальный прошлый опыт, и мне не хотелось вообще проявлять каких-то теплых чувств к людям, не только в отношениях, а вообще к людям вокруг я перестала проявлять какие-то чувства. Я даже перестала родителям говорить, что я их люблю, перестала говорить подругам, как я их ценю, как я рада, что они есть в моей жизни, хотя раньше я это делала. Вот. И тогда реально вскрыли такие мои раны, прям неплохие. Мы разговаривали, я плакала, наверное, часа два. И в тот день как-то все изменилось. Я помню, что я сквозь слезы сказала ему, что я его люблю. И только когда... Реально, я плакала и говорила. И только когда сказала, тогда, наверное, и поняла, что правда люблю. И потом как-то... Я сначала сказала, а потом осознала, что я сказала, и поняла, что я сказала правду, что я не наврала, не сделала это под давлением, что вот я сказала, и знаю, что я в этом уверена. Я тебя с первого взгляда полюбила. Нет! Ну да. Ну да. Ну, давай логически размышляй, смотри. Если бы я тебя с первого взгляда не полюбил, у меня был бы какой-то смысл стараться. Ну, типа, вот с первого взгляда, ну... Нет, это была прям любовь или это была влюблённость? Там не было понятия влюблённости. Типа, не было такого. Я такой фигнёй не страдаю. В моем возрасте, понимаешь, уже такими вещами не шутят. Ну, в моем возрасте, чё, какая симпатия уже? Всё уже. Мне надо сразу. Последний вагон. Первый раз, когда мы встретились вживую? Ну, когда не первый раз, да, когда... Даже в первую секунду. Как бы это ни звучало реально банально, как кино, но это так, потому что я до сих пор, как сейчас, помню на этот момент, я помню, что я-то не знаю, в чем ты будешь, как ты будешь выглядеть, даже какого ты роста примерно не знаю. Я знаю, она примерно выглядит корянка. Такая блондинка. Такая вот корянка, блондинка. Вот я смотрю, какие-то две девчонки идут, и они такие, ха-ха-ха-ха, что-то навеселее. Думаю, господи, это она, что ли? Я клянусь. Пора сматываться. Да, я клянусь, я думал, такой фук, разворачиваться есть. Только смотрю, нет, на тебя не похоже вообще, ни одна, ни вторая, с подругой пошла. Девушка спускается с лестницы, такой, офигеть, офигеть, я думаю, все. Как-то так, тогда я влюбился. Ну, это мило. Что самое главное в отношениях, там просили тебя ответить на этот вопрос? Самое главное в отношениях, по моему мнению, это, опять же, как бы банально это не звучало, но взаимопонимание, мне кажется. Взаимопонимание – это сила, в первую очередь. Во-вторых, понимание друг друга в определенных моментах. То есть я сам по себе прекрасно знаю, и ты прекрасно знаешь, что это такое. Есть такие моменты, когда люди пытаются сделать что-то назло. Типа, вот он так сделал, и я так сделаю. Или она так сделала, и я так сделаю. И вот именно в этом моменте играет вот это взаимопонимание. Вообще взаимопонимание, ну, под этим словом можно, наверное, все, да, обобщить, как ты думаешь. Ну да. Мне кажется, вот это слово... Взаимопонимание, типа, мне кажется, и уважение, и... Поддержка какая-то, это вот все вот. Ну вот поддержка-то и есть взаимопонимание своего рода. Если начать прям, скажем так, над этим словом разглагольствовать, то там есть много чего. И взаимопонимание, наверное, самое главное. Приемлешь запреты от парня и запрещаешь что-то сама. Ну, отвечай. У нас очень прикольно как-то все сложилось. У нас не было изначально никаких запретов и там каких-то условий. Мы изначально не ставили друг другу запреты, и, как Артём всегда говорит, я надеюсь на твое самосознание. Он всегда эту фразу говорит. Он никогда мне ничего не запрещал, абсолютно никогда. Я не помню ни одного случая, чтобы он сказал мне, типа, а вот нет, а вот не будешь. Мне кажется, я ему так никогда не говорила. Говорила? Один раз сказала, да. Один раз сказала, но это было просто крайне сложно. Кстати, я попросила, а не запретила. Он сам согласился. Суть не в этом. У нас, по сути, нет запретов по типу фотографий, какого-то общения. О, сейчас, кстати, еще пару интересных фактов про него расскажу. У нас всегда надежда на самосознание друг друга. И, по сути, за все это время ничего плохого никто из нас не сделал. При условии того, что никто никому ничего и не запрещал. Все как-то само собой складывается. Мы оба стараемся как-то обходить острые углы, выходить из ситуации мирно, спокойно. И ссор у нас, по сути, тоже не было практически за это время. Никаких глобальных ссор у нас точно не было. Какие-то мелочи, но и то мы их очень быстро всегда разгребаем. У нас есть очень классное правило в отношениях. Артём не всегда ему следует, хотя он сам его создал, это говорить все, о чем переживаешь. Вот какая-то мысль закрылась в голову, какая-то обида. Ее лучше всегда сразу сказать, и вам тоже на будущее, потому что вы накопите пару раз вот такие какие-то мелкие обиды, и потом это выльется в большой скандал, и вы уже даже не сможете решить эту проблему, потому что слишком много времени прошло. Это да. Поэтому
Лучше всегда говорить. По поводу интересных фактов. Это очень крутые интересные факты. Я не знаю, по-моему, я как-то в эфирах это рассказывала, но, наверное, большинство не знает. Артём не верит в дружбу между парнем и девушкой. Он считает, что не существует дружбы между парнем и девушкой, что кто-то один по-любому не дружит. И он мне сказал об этом своем категоричном мнении, еще когда мы не начали встречаться. Я была в шоке, я пыталась его переубедить. Вот, поэтому у него нет подруг-девушек. Это очень классно, это очень круто. Я была очень рада этому, но прикол в том, что у меня-то есть друзья-парни, и мне пришлось как-то объяснять ему. По сути, самое, наверное, главное для меня — это были два моих друга, это Раиль и Адал, вот, потому что я с ним провожу много времени, относительно часто с ними списываюсь, созваниваюсь, и я хотела бы, чтобы это не доставляло дискомфорт отношениям. Я помню, как ты за Адала. Да. Прям за него топила. Чтобы он относился к этому с пониманием и с доверием. Он вообще в штыки, прям в штыки это воспринимал. Я просила его познакомиться, и тогда бы он точно понял, что мы прям реально друзья. Он не соглашался, но в итоге так случилось, что мы ехали куда-то вдвоем, и я увидела машину Адала на дороге, я ему позвонила, мы остановились, они познакомились. Ты говоришь, вон, смотри, а это Адал едет. Извините, у нас закончилась память на карте памяти, потому что мы уже час снимаем. Он спрашивает, не похож ли он на обезьяну, напишите в комментарии. Так вот, продолжаем историю. Короче, суть в том, что Адал остановился, он с ним познакомился. Я сказал, позвони ему, чтобы он остановился, потому что я хочу с ним познакомиться. Было так. Они познакомились, и он сразу изменил о нем мнение. Не скажу, конечно, что прям вот супер мнение у него стало, но оно стало в разы лучше. Он уже понял, что мы реально друзья, что у нас реально вот чисто дружба. И он сказал, что да, возможно, есть такие исключения. Но и то, потом все равно были какие-то сомнения. И когда мы встретились вчетвером, я, Адал, Карина, Колт и Артём, тогда, мне кажется, он окончательно осознал, что мы реально вот best friends, мы как две подружки. Адал мне запомнился вот этой вот своей фразой. Ну все, будем знать, говорит, Артём на черном крузаке. Я такой, все-все, рад знакомству. Что? Не, ну просто он так дерзко это сказал, прям четко, настолько круто, короче, я такой, о-о-о, я это запомнил. Ну запечатлилось мне это в память. Ну бывает же такое, типа, самые такие еще неприметные ситуации, они запоминаются. Теперь очень круто, нашли общий язык, они даже созваниваются и списываются, да. Кажется, чаще, чем я с ним, но у них реально сложились хорошие отношения, я, блин, очень этому рада, потому что для меня было так важно, чтобы вот именно у них сложились хорошие отношения. Идем дальше. Следующее очень-очень-очень прикольное качество. Мне так нравится это рассказывать, так долго ждала этого момента. Артём очень серьезный и иногда бывает даже очень агрессивным, потому что он вспыльчивый, его можно легко довести. А в отношениях, вы видите, какой он милый? Он такое солнышко просто. Самый милый человек, который может проявлять столько любви, сколько даже я не могу столько любви проявлять, сколько может он. Это очень классно. Засмущало прям. Вот, а сегодня вот татуировки красивые, смотрите. Один. На локте некрасиво. Ой, извини, вот на локте некрасиво, надо вот так показывать. Там он локоть не вытерпел. Вот. Короче, я не знаю, что вам еще рассказать о наших отношениях. Мне кажется, что по-любому после этого видео у вас появятся еще какие-то вопросы. Можете их задавать. Мы будем отвечать в моих следующих видео, возможно, влогах каких-то. У нас уже садится камера, так что мы с вами прощаемся. Главное, помни, ты личность, и ты уникальна. Сразу видно, что он не смотрит на видео, не знает, что эта фраза нужна в конце. Да. Скажи что-нибудь на прощание. На прощание? Да, скажи. Ничего за то, что в момент всей съемки в камеру посмотрел раз пять. Что могу сказать на прощание? Рад знакомству хотя бы скажу. Ну, я рад, нет, искренне, я очень сильно рад знакомству. Рад тому, что наконец-то мы смогли нас показать полностью. Я тоже очень рада, что вы теперь все знаете. Мне было невыносимо трудно все это скрывать. Никаких больше фоток с закрытым лицом, никаких больше интриг. Я наконец-то могу вам рассказывать, показывать, делиться. И это очень круто. Я очень счастлива, что теперь вы все знаете. Все. Пока. Всем пока.